Проголодались? Да. Папа, а это кто? Россия. Я мяша. Да нет, спасибо. Могу сейчас. Можешь. Я всем слидя. Спасибо, Даня. Ты проголодался? Да. Себя хорошо чувствуешь? Ребята, чин-чин. Что-то все напряжены. Я расслаблен абсолютно. Получаю удовольствие. Какой из двух это 7-литровая? Та, которая с ручки или без? Да, ну а... Та, которая большая. А, супер. А та, которая маленькая, какая? Супер. Давай мы сначала сделаем. Ну, любимая, сбылась наша мечта. Давай чин-чиним. Как-то у меня мало. Надо было брать столько, сколько у тебя. Прям как-то несерьезно. Чин-чин. Я говорю, да, не спать. Если 100, я скажу, это 100. Ирландский пиво, извини, уиски. Это тот, который... Ну-ка, сколько стоит бутылка там, где, помнишь, мы покупали всегда? Биголи... Кто заказывал биголи? Габри. Габри, держи. Си-си. Си, грация. Веро, грация. Габри, осторожно, очень горячий. Да, тебя жду. Аппетитно выглядит. Ма, ты пока снимай. О, спасибо. Ковидные правила. Габри, только ложечкой не касайся, хорошо? Сосиску, папа. Да, можно. Папа, можно? Да. А я капусту съем. Там было... И папулю объели. Да, лучше бы я ромку взял, честно. Любимый, я на самом деле в Италии заказывать немецкие блюда, это себя не расстраивать. Они вкусные. Но там они нарисованы так, что они раза в три больше. Извини, Габриэль, что ты хотела потом? Одну такую. Такую-то что? Как она называется? Картошку. Да, можно. Это картошка фри. Помочь? Этого я ждала, Умка, целый год. Слушай, мы были год назад. Нет, мы были в январе. В феврале не может быть, потому что начался ковид. Значит, мы были в год назад. Габриэль, приятного аппетита, Данчик, тебе сейчас принесут. Потому что потом мы поехали в Венецию, я помню, на карнавал, то есть до карнавала. Я помню, я в Падуе снимала последние разы. Нет, мама, да не горела. Да нет, нормально. Да не хочешь поменяться? Нет. Приятного аппетита. Спасибо. Егорка, приятного аппетита. Спасибо. Соус. Давай. Чин-чин, подожди. Рускеты принесли, пиво есть, все. Семья в сборе, путешествовать можно. Чин-чин, ребята. Приятного всем приятного аппетита. Да? Ну как, Егорка? Очень вкусно. Данечка, очень горячая. Если нужно подуть, я тебе помогу. Стоит 8. И вот 8. И здесь тоже 8, да? Да, и тут 8, но тут 2 раза только больше. Здесь сделано прям в моменте. И соус вкусный. Но не горячее, да. Да, очень вкусно. Настолько мягкое. Да нет, горячее, да, не знаю. Кажется, да, не себя не очень Дань, дай тебе ножик. Можно я сюда поставлю? Какие ребята молодцы, дерутся. Грибовый фермер, корм для грибов. Ребята, молодцы, вы всегда должны делиться друг с другом. Спросите у Егорки, хочет ли он биголи. Если что, потом спасибо. Да.
хорошо. А? Очень хорошо. Да, я у тебя попробую, спасибо. Хочешь мою попробовать? Мама, да, спасибо. Что потом положишь. Мама, хочешь? Ой, спасибо большое. Мама, хочешь попробовать? Да, с удовольствием. Как вкусно. Габи, спасибо. Хороший выбор. И я. Если вы хотите мою лазанью, я тоже вам дам. У тебя радикью? Радикью и азиаго. Ребята, классическая лазанья вкуснее. У тебя, Егорка, вкуснее. Что-то да? Классическое. Да, радикью. Да, я вообще поняла, что классическая пицца, классическая паста, это всегда вкуснее. Да, я вкусно. Маргарита, это классическая, даже маринара. Спасибо, Данчик. Да. Как и классическая паста. Как паста просто с помидорным соусом. Вот это тоже вкусно. Да. Я вообще паста с помидорным соусом считается одной из самых сложных приготовлений, если берется именно соус, точнее, ты сам да, в момент с помидорением. Извини, может, могу? Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Таня, ты попробовал мамину? Что мамину? А, ты им еще не давала? Лазанью хочешь мою? Нет, это она не очень дает. Она вкусная, Таня. Она сладкая. Слушай, я в который раз поражаюсь, насколько вот простая еда может быть вкусной, да? Вот вообще, что может быть проще, чем русская еда? Хлеб, сыр, сыр. Ты можешь ставить туда стакан. Нет, там пойдем на другую сторону. Если Габри можно будет ездить. Ну да. А сейчас что хотят продлить старшую школу? Да, я слышала. До июля середины. Да. Наверное, на этой неделе, ребят, пойдем стричь. Флажки? Да. А вообще я не знаю, кстати, мне казалось, что они не всегда одного цвета. Нет, тут они одни красные, а другие синие. Ну, может быть, слишком когда. Они в одной линии красные. Нет, они не могут в одной линии. Слушай, Умка, мне кажется, я никогда не смогу понять прелесть Мишлена. Я люблю вот так, чтобы много прелесть Мишлена. Я люблю, чтобы так вот было много и вкусно. Мишлен высокий. Да нет, нельзя. Слушай, Умка, как хорошо. Басану наш город. Басану, да. Я обожаю Басану. Кстати, в прошлом году здесь было столько стрит-стайлеров. Просто снимай и снимай. Ну да, сейчас туристов не так много. Угу. Русских мы видели, помнишь, в прошлый раз, когда в замке? Да.